Здравствуйте, с вами магазин и установочный центр FrontCam. На Mitsubishi Pajero 4-го поколения установили головное устройство на базе Android от компании CanBox. Модель H-Line с диагональю экрана 8 дюймов. Планшет ставит штатное место автомобиля через специальную переходную рамку, которая идет в комплекте. Все встает достаточно аккуратно, без щелей, без зазоров. По проводке подключается разъем в разъем. Адаптировали с подсветкой автомобиля. При переключении габаритов автоматически регулируется яркость. Включается подсветка сенсорных клавиш. Яркость также можно регулировать вручную. Полностью вся вот эта лицевая панель меняется. В данном случае владелец выбрал именно вот такой вариант магнитолы с физическими регуляторами громкости и переключения треков, и также сенсорными клавишами управления магнитолой. Здесь вы можете получить быстрый доступ, например, к Яндекс.Навигатору, к музыкальному плееру, к телефону, к радио. Также на данный автомобиль есть и другие варианты магнитол. Более подробно вы можете узнать у нас на сайте, либо посмотрев обзор у нас на YouTube-канале. Есть полностью сенсорные варианты с большей диагональю экрана. Адаптировали с кнопками на руле. Все работает. Громкость, переключение треков. Кнопка Mode переключает между всеми источниками. В бардачок вводится дополнительные USB-порты и слот под SIM-карту для подключения к интернету. И также подключиться к интернету вы можете, раздав его со своего мобильного устройства. В магнитоле есть все преимущества Android-системы, есть все современные мультимедийные возможности. Можно скачивать любое приложение из Play Market. Самые популярные здесь уже предустановлены: YouTube, Google Chrome, Кинопоиск, интернет-телевидение, Яндекс.Музыка, Яндекс.Навигатор, интернет-радио и множество других. Есть возможность подключить Android Auto либо CarPlay как проводным, так и беспроводным путем через специальное приложение. Есть эквалайзер для настройки звука. И также множество других функций. Все работает достаточно быстро, плавно и удобно всем пользоваться. Обращайтесь в нашу компанию, у нас вы сможете найти большой выбор различных мультимедийных систем и прочих дооснащений для вашего автомобиля. Наш менеджер обо всем расскажет и подберут лучший вариант. Также есть установочные центры в Москве и Питере, где наши специалисты грамотно установят и настроят дополнительное оборудование. Есть доставка по регионам, с постоплаты вы сможете принять товар, проверить его и только после этого оплатить. И есть своя служба технической поддержки. Всем удачи!